Этот курс раскрывает развитие мусульманской интеллектуальной мысли с особым акцентом на Восточную Европу и Западную Азию на протяжении различных периодов исламского правления, колониализма, движения за независимость и создания национальных государств. Интеллектуальная мысль развивалась с первых лет исламской цивилизации. Ценность человека заключается в его интеллекте и способности рассуждать. Таким образом, ислам поощряет мышление, основанное на рациональности и фактах. Коран стимулирует исследование, критическое мышление, открытие и поиск решений всех проблем, существующих в человеческой жизни. Ислам считает неправильным не использовать чувства и разум как правомерные средства поиска истины. Таким образом, Коран критикует тех, кто делает заявления, не основанные на знании, и тех, кто слепо подражает своим предкам. Пророк Мухаммад говорил: «Приоритет ученого над поклоняющимся без понимания подобен превосходству Луны над другими звездами». Кроме того, по прошествии времени возникает необходимость в новых интерпретациях и примирении ислама с современными реалиями. Эта потребность подталкивает мусульман к продолжению и развитию интеллектуальной мысли. В этом курсе вы оцените идеи выдающихся мусульманских реформаторов и мыслителей в связи с политическими и идеологическими событиями в исламской истории. Вместе с вашим инструктором вы также определите причины возникновения основных исламских тенденций в современном мире, как ответ на европейский колониализм и распространение западных идеологий, таких как национализм, секуляризм, либерализм и коммунизм. В этом курсе также подробно рассматриваются основные направления современной исламской мысли и обсуждаются вопросы радикализации и политизации ислама. Добро пожаловать в новое путешествие вместе с нами и узнайте больше о мусульманской интеллектуальной истории.